Окончил институт, увлекался моделированием. Я очень люблю свою семью, занимаюсь воспитанием детей. Я участвовал в городских олимпиадах по химии и физике. В музыкальной группе играл. Вы думаете, меня это интересует? Ну а что еще? Меня интересует, Матвей Георгиевич, на каких основаниях вы хотите попасть к нам в гастроном сразу на руководящую должность? А получали ли вы еще какие-нибудь предложения работы? Нет, очень редко. Извиняюсь, закопался. Сами знаете в чем. Ну, рассказывайте ваше резюме. Я участвовал в городских олимпиадах по математике. Ну, математики нам очень нужны. Ну, я же руководил коллективом, значит, у меня есть и лидерские какие-то навыки, и организующие способности. Вы что мне лапшу на уши вешаетесь? У вас тут написано, что вы работали директором департамента банка. В какой такой банке вы работали? Ну как же, финансовая группа «Лайф», департамент малого и среднего бизнеса. Вот у вас в резюме написано «Последнее место работы ВУЗ-банк 3 года назад». Да. Я работал в престижном банке кредитным менеджером. Кем-кем? Менеджером. А почему вы ушли с последнего места работы? Ну, что? Ну, сначала мы отделение начали закрывать, потом людей увольняли. 14-15 год, кризис в стране, ну, поэтому вот так. А что ж, уволили? Неэффективный, что ли? Да почему уволили? Я сам ушел, просто кризис. Перед нами столько целей и задач ставилось, что у них были практически невыполнимы. Мы не могли справиться с коллегами с этими задачами. Назовите ваши слабые стороны. У меня нет слабых сторон. Тогда повторяю свой вопрос. Почему вы не выдержали и ушли с предыдущего места работы? Ну, вы же понимаете, изменения, они же начинаются с самих себя. И для того, чтобы что-то поменялось, нужно себя поменять. А у нас тут тоже кризис. Притом каждый день и по колено. Вы нам не подходите. Как? А так. Не подходите. Ребят, стоп! Я не буду играть этот сценарий. Кто это все придумал? Бред какой-то. Что вообще здесь происходит? Что это за сценарий такой? Наталья, можно? Кто его вообще писал? Банки трехлитровые какие-то, я не знаю. Организующие навыки, я не знаю, вы писали? Ну, подождите, ну почему он все время хохочет? Ну это что у вас, сценарий так что ли? Ну и на его фоне смотришь как дурак. А давайте наоборот сделаем. Я не хочу никаких собеседований. Я хочу играть роль крупной преуспевающей компании. Мне не нравится этот сценарий. Надеюсь, вы со мной согласны. Мне тоже не улыбается быть таким ярким персонажем, бегать по собеседованиям в поисках работы. Мне кажется, сейчас все в наших с вами руках. И мы можем с вами изменить сценарий. Уважаемый режиссер, давайте перепишем сценарий. Ну давайте, поменяем сценарий. Так будет гораздо лучше. А вам как? Нужно менять. Абсолютно согласна. Мы хотим поменять сценарий. Все в ваших руках. Меняйте. Вы готовы меняться? Готовы. Да. А вы?